Горожане не перестают покорять спортивные арены. В их числе бронзовый призер чемпионата Азии, чемпион Казахстана Айдос Айдаров. Юный каратист в конце прошлого года был удостоен премии Акима. Мне было приятно. Большое спасибо. Все благодаря нашему труду. Хочу стать тренером, показать пример для подрастающего поколения. Молодой спортсмен занимается карате 5 лет. Одна из целей Айдоса – стать чемпионом Кубка Казахстана. Ольга Цуканова, Шухола Баймухан, Дмитрий Косыгин, Адема Сидулаева. Новости Темиртау.